ООН ЮНИСЕФ работает в 190 странах мира. Наша організація в Україні вже з 90-х років, а в Маріуполі з 2015 року. І ми займаємося захистом прав дітей. З конфліктом діти постраждали найбільше, можна сказати. Це і страх, і стрес, і зміни в поведінці. Тому ми відкрили ряд таких центрів, а на даний момент це 8 саме на сході Донецької області. Маріуполь – центр підтримки сім'ї, кабінет психолога, арт-терапії і медитації. Комната для индивидуальных консультаций, логопед, зона для детей постарше, игровые столы, библиотека. Здесь есть чем заняться. У нас всегда обычно очень шумно. Ну, весело. Да. Здесь царит атмосфера счастливого детства, но каждый из этих малышей нуждается в поддержке. Таких детей по всей линии фронта тысячи. В 2016 році ми допомогли близько 100 тисяч дітей через наші центри, через наші мобільні бригади. Несмотря на свой юный возраст, они испытали и пережили многое. Стресс, ночные кошмары, социальная самоизоляция. Так влияют боевые действия на детскую психику. Малыши в основном на данный момент очень обеспокоены вот этими вот взрывами. Дошло уже до того, что дети даже боятся вот этих взрывов от воздушных шариков, либо же дома, где там мама говорит, начинают греметь посуда, и все, ребенок пугается, даже есть случаи, как там залазят под стол и так далее. Ну, то есть большинство связано именно с нашей обстановкой. А это тренинговый зал. Совсем скоро он заполнится весельем и детским смехом. Для ребят наша съемочная группа подготовила сюрприз. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! А вы любите сюрпризы? Да! Это домовенок. У нас на телеканале ТВ5 на Запорожском есть детская программа, называется «Сказка домовуши». А это ее главный герой. Встречайте его. Здравствуйте! А здесь не было кукольника? Кукольный спектакль в игровой форме. О добре, о помощи друзьям и о том, что нельзя ссориться с близкими. Мирись, мирись и больше не дерись! Ха-ха! Слушай, а теперь надо здесь нам навести порядочки. Да. Что тебя так веселило? Ты так хохотала сидела? Да, потому что мне очень понравилось, и это было очень смешно, когда они шалили. Эмоции зашкаливали у них. Много вопросов, то есть работают с детьми, то есть там задают какой-то вопрос, они отвечают, то есть это коллективная работа. Каждый ребенок заслуживает счастливое детство и в мирных городах, и в зонах конфликта. Главное – поддержка взрослых. Самый главный совет, который мы даем семьям с детьми – любите своих детей. Более подробно о происходящем в зоне АТО в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Юрий Васильченко, Александр Кравец из Донецкой области. ТВ5.